Обильный снег, выпавший в районах Саудовского королевства, является признаком исполнения пророчеств посланника Аллаха, мир ему. По мнению шейха, этот снег – главный и важнейший источник появления в пустыне рек и растительности. Также приведен хадис пророка, мир ему, в котором говорится: «Не наступит судный день, пока на земле арабов вновь не зацветут сады и не разольются реки, Муслим». اليوم السبت 30/4 لعمل 446 2 نوفمبر 2024